Очень много кофе надо будет подготовить. И мы будем устраивать великий тест сервака. Вот, то есть мы будем просто лупить. Вначале где-то поприкалываемся туда-сюда. То есть это не важно в контексте 8 часов, конечно. Полностью вся инфа не важна. Но надо будет понять. Надо будет понять, какой сервер сильнее. Вот. И мы начинаем с Европы. Играем посерьезочке. Вначале немножко балуемся, но потом... Да-да-да. 10 кофе или литр вискаря. Вот, будем смотреть. Не будет, ну, будет эпично. Посмотрим, докуда мы дойдем. И потом мы то же самое провернем на двух других серверах. Начиная с Кореи. Будет интересно, чем закончится этот эксперимент, конечно же. Так как он меня разведал, сразу идем в атаку. Гелик, я не знаю, гелик очень спорный. Какой у них просто адский этот ор у этих мародеров. Ой-ой-ой. Так, все, вроде ништяк. Вообще, вообще неплохо. Очень интересно будет, конечно, на Корее. Я просто обычно очень дозированно играл на Корее. Ну и получалось, как бы, ну, попадешь на кого попадешь. Так.
작물이 없는데 자꾸 일만 시킬래요? 계속 하세요. 박나네. Наш мех-отряд. Главное, что не смех-отряд. Получился смех-отряд. Чё-то мой мех пока не очень понял, что ему делать. Как вот этим мехом пробивать стандартное био? Надо пару танков? Или нет? Так, будут какие-то дропчики. Да серьезно. Я вспомнил, нам надо еще геликов немножко было добавить вот с таких двух факторок. Не-не-не-не-не. Тишей. Не-не.
가스가 부족합니다. 가스 가스 가스. 에너지 업하고 파워 업. 누굴? 광물을 다 썼는데 건설할 수 없습니다. 조준력 가동. 부소 건물 완료. 한바탕 열어볼까? Так, мне нравится, что у него нету третьей базы. Точнее, нравилось. Точнее, дальше нравится. Ой. Ой-ой-ёшеньки. Ой, машиночки ломаются. О, вот это. О-о-о.